Приветствую вас у себя на канале. И сейчас с не очень хорошей новостью о том, что под Харьковом упал Ан-26. Предположительно, там были курсанты Харьковского воздушного училища, университета, и они выполняли учебный полет. Пиздец, ебать, колотить, а. Алло, вызывай, наверное, пожалуйста. Там вызовут сейчас. Охренеть. Это тот, который уже поднимет. Неудачно сел? Да какой сел, он на поле упал. До взлетной полосы еще хуй знает куда. В посадке он где-то упал. Ебать, самолет упал, представляете? Возле аэропорта Чуваи. Охуеть. Также есть информация о том, что есть и погибшие люди. Приносим соболезнования их близким семьям и родственникам. Также поступила информация о том, что некоторых курсантов с большими ожогами на теле забрали в больницу. На место происшествия выехал губернатор Харьковской области, и на месте работают расчеты, пожарные. Приносим еще раз соболезнования всем погибшим семьям, родственникам. Слухи говорят о том, что президент Владимир Зеленский собирается завтра на место крушения самолета. Ставлю кадры, которые есть на данный момент, с того, что произошло под Харьковом. Полная пизда, упал самолет в Чугуеве. Есть раненые, есть пострадавшие, обгорели люди. Мы в ахуе. Вот так сейчас это выглядит. Возгорание, что-то еще есть, искрит, что-то горит. До последнего неизвестно, близко никого не подпускают. О жертвах тоже пока ничего не известно. Последняя инсайдерская информация, которая нами получена. На борту было 6 членов экипажа и 22 курсанта. Есть уже первое сообщение от МВД, что таки на борту находилось 18, я смотрю здесь, да, 18 курсантов находилось на борту. И 5 членов экипажа. Поэтому 5 членов, ну, на состоянии на 21:45, то, что передала МВД по крушению самолета под Харьковом. Напомню, что говорят, есть погибшие и несколько курсантов, 4 или 5 человек с большими ожогами на теле, увезли в больницу. Будем надеяться на то, что их спасут. Итак, кадры с места крушения. И Антон Геращенко об этом здесь говорит, о самом крушении. Вот его пост, как всегда. Офис президента говорит о том, что будет создана государственная комиссия по расследованию крушения падения самолета под Харьковом. Приношу соболезнования погибшим, родственникам, семьям людей, которые были в самолете, курсантов Харьковского университета воздушных сил. Будем надеяться, что будут выжившие в этой трагической катастрофе под Харьковом.
Всем доброго.